Профессор Морис Доусон работает над темой анализа интеллектуальных данных уже на протяжении 4 лет. На лекции он рассказал об инструментах бизнес-аналитики, позволяющих компаниям быть более конкурентоспособными. Это очень актуальная тема для компаний, стремящихся процветать в условиях высокой конкуренции. Любое решение в бизнесе влияет на соотношение прибыли и убытков. И если у вас есть инструмент, позволяющий быстро, а главное верно принимать решения, то ваше дело будет расти. И таким инструментом является бизнес-аналитика. На лекцию были приглашены представители ведущих университетов и IT-компаний Челябинской области, а также студенты факультета вычислительной математики и информатики ЮРГУ. Для меня была тема актуальна, потому что я занимаюсь IT-менеджментом, то есть приходится анализировать данные, то есть это возраст посетителей, пол и все остальное. Он указал мне дальнейшие точки роста, то есть что прочитать, как я могу использовать это в реальной жизни, потому что действительно, бизнес-аналитика, она не заканчивается какими-то научными исследованиями или работой менеджмента. Помимо проведения лекций, в планах Мориса Доусона научная работа с сотрудниками факультета вычислительной математики и информатики. Это событие станет началом плодотворного сотрудничества Южноуральского государственного университета с университетом Миссури.